Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня с вами я хочу быть откровенной. Я не просыпаюсь с таким лицом. Оно скорее выглядит вот так. Я не просыпаюсь с идеальным лицом. Мне нужно как минимум 30 минут, чтобы привести себя в порядок. Но правда в том, что никто из нас не просыпается с идеальным лицом. Ведь этот идеал красоты для всех разный, и наше общество как-то внушает нам это. Мне пишут очень много девочек, которые недовольны собой, и которым не нравится их внешность, которые мечтают о том, чтобы что-то изменить в себе. Для меня это так всегда грустно, потому что вы даже не представляете, насколько вы все замечательные и насколько вы все красивые, не только снаружи, но и внутри. И да, может, это будет звучать клише, но красота — это не главное и далеко уж не самое важное. Конечно, мы живем с вами в таком мире, где люди очень много внимания обращают на то, как вы выглядите, на то, как вы себя преподносите, на то, какие вещи вы одеваете, на то, как вы краситесь и какие на вас часы или сережки. Приехав в Россию, я снова столкнулась с этим, что люди обсматривают меня с головы до пяток. Но самое главное в этом всем знать, что насколько бы красивы вы не были, если у вас нет этой внутренней красоты, если у вас нет того, чем можно поддержать это все, то есть ума и каких-то знаний, то вот это все будет совершенно неважно. Допустим, представим то, что я модель, и я рассказываю вам о каких-то совершенно глупых вещах. Я не думаю, что вы бы стали ко мне как-то прислушиваться, может быть, просто смотрели ради эстетического удовольствия. Мир далеко не идеален, и никто из нас на самом деле не идеален. И я лишь просто хочу, чтобы вы любили себя, и это дается тяжело, потому что я какое-то время, может быть, даже до сих пор не умела этим заниматься, не умела смотреть в зеркало и видеть себя, и думать, что да, это тот человек, которым я хочу быть, это тот человек, который достоин всего, что придет ему в руки. Нужно очень много сил, чтобы понять, насколько ты красив или красива. Нужно очень много сил понять и принять то, что не все люди будут считать тебя красивым, и не все люди будут считать тебя привлекательным, но это не значит, что ты не такой. Так что, да, я вас всех очень сильно люблю, и надеюсь, что вы в следующий раз, когда посмотрите в зеркало, будете вспоминать обо мне и думать, да, я достойна всего. Я достоин всего самого замечательного и самого лучшего в этой жизни. Потому что я не только красив снаружи, но и внутри. С вами была Диана. Всех люблю. Всем пока. С этих пор я буду смотреть на поступки, нежели на громкие слова. И хочу, чтобы вы делали так же. Когда человек говорит действительно, что у него на душе, то и поступки его будут соответствующие.